Вот мы идем практически в центре города Брюсселя. Вот такой небольшой маленький репортаж. Это Король Альберт II, бульвар называется. Бизнес, школа, Делез, открытый магазин. Магазинчик. Магазинчик маленький. Ну ладно. Здесь раньше наверху там. Эти тоже на прокат можно взять? Да. Смотрите, вот мотороллеры. Или как их, скутеры стоят. Или не скутеры, а как их? Мопеды. Мопеды, да. Ну вот покажу небоскребы, небоскребы. А я маленький такой. Вот взял на прокат, едет. Поехал. Это вот Гардинор, да? А тут же тоже метро должно быть. Ну, тогда мы сейчас сядем на метро и поедем. На метро быстро. Вот я снимаю на камеру. А, вот я включил микрофон. Оказывается, не был включен микрофон. Ну, как раз вы оцените качество записи и качество шума. Ну, я снимаю вот на этот микрофон, он отлично держит шумы и такой голос нормальный. А без него он все шумы забирает. Вот. Ну да. Вижу, вижу. Да пойдем сейчас, я сейчас выключу.